Never born, never die. Just visited this planet for the experience, for the Earth experience. Слова, которые по-русски не звучат так. Никогда не рождался, никогда не умирал. Просто посетил это место для опыта, для земного опыта. Посетил эту планету для земного опыта. Это слова Оша. И вот я сейчас сижу на берегу, прекрасное место. И вот задумался просто над этими словами. Never born, never die. Just visited this planet for the experience. Никогда не рождался, никогда не умирал. Просто посетил это место для опыта. И вот, глядя на это море, я представил себе, что вот я, знаете, так трансформировался просто. Такая как она называется, трансформация, не трансформация, а телепортировался, да, ты вот был где-то на другом мире. И ты раз телепортировался вот в это место. И сидишь такой на берегу, как Робинзон Крузо. У меня маска. У нас карантин. Продолжается. И вот ты телепортировался в это место, где карантин, где море, песок. Получаешь этот опыт. Попробуйте вот сейчас задуматься об этом, друзья. Наверняка ты сейчас тоже сидишь на карантине дома. В том месте, в котором ты находишься, просто подумай об этом. Для какого опыта ты пришел в это тело? Что тебе нужно получить? Что ты хочешь получить в этом теле? Ради чего? И получаешь ли ты этот опыт, ради которого ты пришел сюда? Очень полезно. Особенно как раз в это время, когда ты можешь быть в одиночестве или, по крайней мере, в ограниченном одиночестве. Очень здорово. Просто вот на минуту, на 10 минут, на полчаса сконцентрируйтесь вот на этой мысли, что ты пришел сюда ради опыта. Ты здесь экспериментатор. Ты в лаборатории. Получаешь новый опыт, исполняя свою задачу, ради которой ты пришел сюда. И твоя задача – это та боль, которая тебя сейчас больше всего болит. Та боль, которая у тебя есть, это и есть твоя задача, самая большая. Твоя самая большая боль, твоя самая большая задача и самая первая задача. Подумай об этом. Сосредоточься на своей боли, задумайся. Что у меня болит? И если у тебя боли уже достаточно, тогда у тебя должно возникнуть желание, как поменять эту ситуацию. Что нужно сделать, чтобы эта боль ушла? Если же она еще не уходит, у тебя еще нет желания что-то делать, значит, тебе еще мало боли, дружище. Надо еще пострадать. Как ни печально, ни прискорбно, но это радостно понять, что эй, ты еще не настрадался, помучайся еще, пострадай. И ты это можешь сделать двумя способами. Два способа, как минимум. Первый, самый лучший, это виртуально. Ну, не для всех он работает, потому что не все могут визуализировать настолько мощно и сильно, чтобы прочувствовать реально ту боль, которая ждет тебя, если ты не будешь ничего делать. Большинство из нас нужно пройти физическую боль. И если ты тот человек, который хочет пройти этот опыт боли виртуально, визуализируя, be my guest, ты это можешь сделать, и вот именно вводи в это состояние, что ты здесь гость, ты здесь для того, чтобы просто получить опыт. Посмотри вокруг себя, что ты видишь вокруг себя прямо здесь сейчас. Вот посмотри вместе со мной. У тебя другая картинка, конечно, не такая, как у меня. Где бы ты ни находился, просто побудь в этом состоянии, что ты здесь для опыта. Представь себе, что ты вообще реально душа, как душа, ты живешь в раю. Но
ты просто телепортировался сюда, вот на эту грешную землю, для того, чтобы получить новый опыт. Получить эту боль. И для чего тебе эта боль? Да для того, чтобы найти новый способ радоваться жизни. Вот для чего эта боль тебе нужна. Вот для чего эта боль нам всем нужна. И только испытав эту боль, ты сможешь начать искать новый способ радоваться жизни. Верно? Вот такая штука, чему я вас призываю, друзья. Побудьте в своем пространстве. Сконцентрируйтесь на том, что вы сейчас видите. Почувствуйте это состояние. И задайте себе вопрос, а для какого эксперимента я пришел сюда, в эту жизнь, в это тело? Вот то, где я сейчас нахожусь, для чего я здесь нахожусь? Какая моя задача? И потом посмотри, а что ты сделал для того, чтобы задачу решить. Я не знаю, что я начал записывать это видео, но просто поделиться с вами ощущениями того, что насколько классно. Вот сижу и представляю себе, что я здесь телепортировался, вот смотрю вот прямо вот сюда, вот так вот смотрю на этот кусок вот моря, вижу, с песочком, классно так. Слушаю шум прибоя, отвлекся от всего и вообразил себе, что я вот телепортировался, я телепортировался в это тело, вот на этот кусочек острова. Я не рождался, я не умирал, я просто пришел в это тело для того, чтобы здесь получить опыт. Ничего более. Попробуй ты тоже так, представь себе. Я уверен, что у тебя получится. И, возможно, тебе это поможет осознать то, ради чего ты здесь. Быть осознанным. Посмотреть на себя, на свою жизнь по-другому. И начать действовать. Удачи тебе, дорогой друг. Я надеюсь, если ты войдешь в это состояние, ты почувствуешь то, что чувствую сейчас я. И ты поймешь меня. Мозгами это не понять, конечно. Те, кто смотрит мозгами, меня, друзья, это не работает. Мозгами, ну, мозгами что просто сказать? Осознай свое предназначение, ищи свою боль самую большую. И прочувствовав боль, да не моготы, когда она будет выше крыши, начинай искать способ получения радости. Ну вот от этого мозгу. Это хорошо прочувствовать, тогда это будет работать. Всем любви и радости, друзья. Живите в благости. С вами Ярослав Мудрый Воронцов со своими откровениями на берегу Индийского океана. Намасте. Ваши пожелания, исправления, дополнения. Добро пожаловать в наш канал Веда Дом на Телеграм и YouTube. Я всех вас люблю, друзья. Намасте.